Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. А сегодня мы с вами будем делать красивую розочку из колбасы. Для этого нам понадобятся ножницы, нож, запаянная колбасная нарезка и сырная нарезочка. Также нам понадобятся нитки. Начнем с того, что разрежем нашу упаковку по краю. Теперь мы рассоединяем слои целлофановые и достаем одну полосочку колбасы. Для изготовления нашей розочки нам понадобится не меньше 10 кусочков. Кладем колбасную полоску на тарелку, начинаем аккуратно скручивать ее. После того, как мы ее скрутили, необходимо завязать ее ниткой. Узелок обрезаем. Теперь ставим нашу розочку и начинаем аккуратно отодвигать лепесточки. Вот такая аккуратная розочка у нас с вами получилась. Такой розочкой мы можем украсить сырную либо колбасную нарезку. Сгибаем сырные полосочки напополам и выкладываем в форме бантика. Вот такая красивая нарезка у нас получилась. Сделать ее очень просто. Если вы встретите маму, которая пришла уставшая с работы таким блюдом, она будет очень рада. Если вам понравился этот видеомастер-класс, предлагаю вам ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Именно в этом случае вы сможете первыми видеть видеомастер-классов, которые я для вас готовлю.